Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу, где я секундочку, абсолютно без вложений зарабатываю денежку. Покупаю план. Купила у меня прикуплен за $1.5. Ну и на просмотре сайтов зарабатывал. Значит, что происходит с сайтом? Непонятно. Значит, я вообще не понимаю. Смотрите, логин. Нажимаю. И что у меня? Логин, пароль, все замечательно. Авторизуюсь. Такой пользователь с таким логином и с таким имейлом не найден. Переводим на русский язык. Еще раз. Ошибка. Пользователи с этим именем пользователя, адресом электронной почты, не найден. И мне не зайти в кабинет. Как такое вот возможно? Я же писала видео по этому буксу. Я его проверяла на вывод. Все замечательно платит. Вот у меня даже один из моих YouTube-каналов, где у меня записан видео. Вот оно. Видео платит. Challenger Books. Потом еще вот два видео платит. И вот еще у меня 1, 2, 3 видео у меня здесь. Вот на моем YouTube-канале. Вот. Поддержки здесь как таковой и нет. Писать как бы и некуда. Вот. Далее начала я тут ходить и искать. Так, вот здесь вкладочка «Помогите». Здесь как бы вопросы-ответы. Такое немножечко. И вот что? Электронная почта для связи. Я писала, как бы письмо отправляла. Я им доказательство свое видео. Вот. Отправила то, что я есть, я зарегистрирована. В общем, мне ни ответа, ни привета, мне вообще тишина. Обычно, если почта как бы нерабочая, приходит обратное письмо, что адресат не найден. Ну, типа такого типажа. Вот. Далее что? Статистику нажимаю. Здесь все замечательно. Так. Вот, выплаты. Топ-20 выплат. Число 19 число. Вот здесь 20 число идет. Ну и уже 21. Значит, как бы проект платит. Понимаете, выплаты-то идут, вывод. И инвестиции тут топ-20. Опять же, вот за 21 число тут люди как бы вкладывают. Значит, проект работает, все замечательно. Я не понимаю, или это сбой в системе, или что. Но по новой регистрироваться, да провались. Я попробую еще раз написать в поддержку. Не знаю, что мне это даст. Я думаю, ничего не даст. Вот. Смотрите, проверяйте, что у вас. Но мне не зайти. Авторизоваться. Вот, восстановить. Так, ваш, ну, забыла пароль. Давайте я восстановлю адрес электронной почты. Восстановить пароль. Пользователь с этим адресом почты не найден. Я вот не понимаю, друзья, что это такое. Как такое возможно? У меня несколько YouTube-каналов, и на каждом есть основной канал, остальные я как бы дублирую. Вот и все. И везде у меня вот как бы видео записано и опубликовано. Вот такая вот, друзья, ситуация. Я еще разок попытаюсь как бы. Но я думаю, это ничего не даст. И придется его удалять.
Вот и такое случается. Очень, конечно, жаль, что произошло то, что произошло. Конечно, бук суперский. И были у меня как бы планы на него развивать, продолжать. Ну вот. Ну ладно, что ж. Это интернет. И надо понимать, где мы находимся. И вот такое вот случается. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.